Особенностью поиска боровиков по зеленому мху вот в таком биотопе заключается, знаете, в чем? В том, что их ни хрена не видно, пока не найдешь один беляшек побольше. Смотрите, какой. Опа! Ха-ха! Его я нашел первым. И начинаешь осматривать территорию. Еще парочка малышей пузатых. Дальше у нас уже четвертый. Ну и по накатанной уже видны все грибы сразу. Пятый. Давайте их извлекать. О, второй особенностью является то, что это просто шикарные экземпляры боровичков. Неплотные, сбитые. Каждый раз, когда их находишь, такое ощущение, что нашел грибы впервые. Неважно, сколько ты до этого собрал. Адреналин от их находок есть всегда. Это 4. Ну и пойдемте извлекать нашего папу семейства. Характерный супер звук и супер гриб. Вот такая славная семейка. По сложившейся традиции запечатлеваем руку счастья из наиболее понравившейся семейки 5 штучек. И передаем привет грибоискателю Миша. Пламенный привет. Еду такой по лесной дороге, а меня тут у березы, как у Пушкина, ждут 3 девицы. Но не мог не остановиться и не заснять их. Это же просто какая-то божественная лепота. Вот такими должны быть боровики, плотными, сбитыми, с идеальной бордовой шляпкой. Какой приятный вот хруст. Вот это биотопчик по зеленому мху. Грибы-монстры, не влезающие в руку. Вы когда-нибудь видели такую осеннюю картину, когда листва покрывает весь белый мох под ногами? Даже не поймешь, я даже не понял, что оказывается это все белый мох. Все, друзья, поздние грибочки особенно сладкие. Заканчиваем наш сезон массового сбора боровиков. Жена уже устала позировать. Грибов нету. Грибы есть? Есть, только контейнер. Ой, какие грибосы. В общем, грибов набрали малость. Ты в шоке от погоды? Холодно. Льет за шкирку. Лайк. Друзья, это что-то невероятное. На дворе страшный дубак. Практически ноябрь месяц. А грибы-то есть. И еще смотрите, какие красавцы встречаются. Блин, вообще бомба. Они плотные. Убить можно. О, шляпка, щит. Вот это монстрик. И этот монстрик не один, я вам скажу. Так, где у нас тут спрятался? Вот он за деревцем. Чуть-чуть погрызенный. Кто-то его погрыз. Вот это ножище. Вот чем я люблю поздние осенние грибы. Вот это грибиссимо. Ну, естественно, грибос чистоган. В этом даже сомневаться не приходится. Смотрите, какие немыслимые колотушки. Аж рука не выдерживает. По нынешним меркам особого
мегаполян нету, поэтому фотографируем хотя бы хоть какие-то грибы. Что там у тебя? Yes. Yes. О, даже маленькие. Че это они, сдурели, лезут? А вон их там нет. О! Буровичок. Блин, вообще мелочь пузатая. Откуда? Ох, морозом немного прибило он. Немножечко мягкий, но все равно находочка. Главное запротоколировать. Две штучки и даже молоденькие. Блеск. Так, прямо по курсу намечается еще один монстр. О, на вид так плотненько. А что с ногой? Ногой пока непонятненько. Бабах! Блин, он вообще шикарен. Марик, это вообще-то супер гриб. Вон он впереди, грибник мега уровня. Блин. Все 1000 грамм. Это звучит круче, чем 1 килограмм. Супер. О, моя рука. Смотрите, он в руку не вмещается. Вот это грибосы. О, ребята. Это, наверное, будет мега красавцем. Какая нога! Он даже не поддается вытаскиванию. Вот это кувалда. Вот это грибос. У тебя тоже, что ли? Монстрический, да. У тебя зеленцой, а у меня еще беленький. Блин, вообще шикардос. Класс. Вот чем я люблю поздние осенние грибы. Что не гриб, то на руку. С килограмм. Только зачистил этого пузача. Она опять меня зовет. Говорит, даже маленький попался. Небольшой. Ой, иду, иду. Ой, иду. Жена зовет. А тут такие находочки. Черничники. Ну-ка. Какая у него нога. Ох. Бабах. Ты смотри, какой я нашел, пока к тебе шел. У тебя должен быть не менее прекрасным. Так, чё? А? Так ты же знаешь, что я следопыт. Так, ну ты говори, горячо, тепло. Где я, не знаю. О! Вот это маскировочка, да. Да, я думаю, твой даже покрасивше будет. Хотя, вот он мой. И вот он, грибосик жены. Блин, а вообще фантастика. О, он белоснежный. Откопыш. Вот это славная грибалочка. Тебе нравится? Да, тут прохладненько. Нормально, грибы греют. Тем более такие. Ну что, зачистил я грибы. Вот такие славные малыши отправляются. Ну, по нынешним меркам это малыши, да. Отправляются в нашу корзинку, которая тем временем наполняется вот такими красавцами. Вот. Размеры которых просто впечатляют. В общем, я думаю, это еще не конец. Audio Jungle.
Рубрика классика жанра. Такие грибы надо показывать. Зеленый мох. Фантастика. Маскировки. И не скажешь, что что-то есть. Я даже думал, включать, не включать камеру. Но тут нереальная красота. Просто нереальная. Смотрите, мини-вереск. И он тут, как оказалось, не один. Ох, елки, хорошо, что я включил. Тут не один. Тут их трое. Смотрите, какая красота. Два, три. Не часто попадается такая кучка, а в ней три штучки. С такой немыслимой красотой. А с этого ракурса еще лучше смотрится, вам не кажется? Давайте нарушим эту идиллию. Соберем этих красавцев. Ох, пара. Ну это какой-то грибиссимо. Пум. Смотрите, моя рука и гриб. Тройня. Подвернулась мне парочка то ли откопышей, то ли пузачей. Вот в таком вот биотопчике. Вот они какие. Есть все предпосылки, что это будут монстрические грибы. Бабах! Он аж сам выпрыгнул. Вот это увесистая находочка. Так, а что у нас тут с ногой? О, тут просто бомбисимо. Во, чистоганище. Попробуйте их взять в руку. Два гриба на полкорзины. Вот это биотопчик по зеленому мху. Грибы-монстры, не влезающие в руку. А вот еще ярчайшие представители этого вида, подвида боровиков. И что-то мне подсказывает, что они будут просто нереально красивы. Смотрите. Это двойной. О, смотрите, какой шикардос. Это, Марик, это просто фантастика попалась. Вот они, семафоры. Так, у тебя тоже шикардос? Что значит у тебя тоже? Ты тоже я нашла. Ты тоже нашла, да? Да. А я подумал, это я нашел. О. Это не грибы. Это просто какая-то сказка. Ой, двойной, правда. Маленький-то я не заметил. Пумбонька. Пупка. Маленькая пупка. Ну вот эти трое. Просто шикарные грибы. Смотри, какой большой. Нога такая большая. А, еще один, смотри. Где? Смотри, вот этот большой, а вон поменьше. Смотри, какой. О-о-о. Мне кажется, он вообще такой красивый. Ты думаешь? Да, смотри, какая нога у меня. Это рычаг, штурвал. Ого! У меня... Сколько он килограмм? У меня рука падает вниз. А вон рядом, да. Так. Ой. Блин, это вообще совершенно. Совершенные грибы. Это совершенные грибы. В каждом лесу свои совершенные подвиды. А вот такие экземпляры попадаются уже в вереске. Маскировочка на грани фантастики.
Смотрите, какие лопатулины. О. Но этот, несмотря на свои размеры, обещает быть ярким представителем. Смотрите, какая нога. Вот это мне нравятся такие грибы, когда они в зеленом мху. Еще два. И такие же красавцы, как у меня. Большие тоже. Тоже большие. Вообще шикарно. А я еще думал, включать или не включать камеру. Намечается еще один эксклюзивчик. С монстрической ногой. Вот это лепота. Вот такими должны быть боровики, не влезающие в руку, плотными, сбитыми, с идеальной бордовой шляпкой. Эталон. Audio Jungle. Решили проверить места боевой славы. Не дождалась меня супруга, поставила только перед фактом, что нашла парочку боровичков. Смотрите, какие плотно избитые. Ну, я хожу в одной стороне, она в другой. Но вот этих вот она оставила мне на смак, так сказать. Смотрите, картина Репина. Опа! Вот. Парочка есть, но вот этот спереди, по-моему, будет просто фантастическим. Ах, загоражу я его, друг. Смотрите, какой. Опа. Вот это гигантус. Как бы вам его снять-то без солнца? Посмотрите, какие еще... тройня. О, шикардос. Так. И вот там, где супруга идет, там, кстати, еще находочка. Она даже не ожидала. Там настоящие раскопки. Смотри. Ну и, собственно, монстрическая находка. Октябрьской. Вот тебе и заморозки. Это что такое? Что творится? О, чуть-чуть мы их тут повредили при раскопках. Их не наступило. Наступила, жена говорит. Ну ты и слон. Ну а как я их еще должна была найти? Ты бы, смотрите, вот она моя рука. И вот они грибы. Их даже можно на ладонь все разместить. Да... грибы-то, оказывается, еще и лезут. Еще грибы и в ноябре бывают. Будем собирать. Поздние грибочки особенно сладкие. Вот какая красота вышла. Audio Jungle. Все, друзья. Мерзкая погода. Заканчиваем наш сезон массового сбора боровиков. Жена уже устала позировать. Грибов, да, нету. Грибы есть? Есть, и кукан-то нет. Ой, какие грибос. Ну покажи грибос-то. Смотри. Ой, чистоган. В общем, грибов набрали малость. Не пойми каких страшненьких. Это вам не сезон, не слой. Вы попробуйте таких насобирайте. Вот. Вот такая у нас концовочка завершения. Кстати, завершаем такими дивными мухоморами. Поедем сушить, пить настойку. Ну ты, кстати, классно смотришься. А, да, кстати, у тебя... что, не спасает, что ли, тебя от дождя? Ну так. Хреново спасает, скажем так. Да. Все.
Все, сейчас запечатлю наш охрененный сегодняшний урожай. Ну что, с вами был канал Рогов дом. Рогов дом. Сил нету. Всем пока, до новых встреч.